Есть у меня такой прибор ТДС метр. Значит, он нужен для определения чистоты какой-либо воды. Вот если его включить, у него появляется шкала с измерением в ppm. Это parts per million, то есть количество частей. Ну, какого-либо там постороннего вещества на миллион частиц воды. Здесь у него такие вот электроды, которые опускаются в воду. Что касается, скажем так, концентраций рекомендуемых. Ну, если посмотреть зарубежный сайт, то рекомендуется питьевая вода с содержанием вот этих вот частей в порядка 50 единиц. Это считается, ну, некоторыми диетологами оптимальный вариант. Также приводятся предельные нормы для питья, это в 500 единиц. То есть 500 это предел. Рекомендуется около 50. Стало интересно, какая водичка для детей наиболее, скажем так, чистая из предлагаемых сейчас в магазинах. Вот. Для этого взял свой приборчик, взял одноразовые стаканчики, чтобы в каждый стаканчик наливать свою воду, она не смешивалась. Так сказать, не портить чистоту эксперимента. Ну и, соответственно, что было в магазине, то притащил. Вот есть агуша, вода. Есть бэйби, премиум вода. Фрутоняня, вода для детей. Вот такой бутылочки. Маленькая. Ну и вот большая еще попалась. Тоже вода детская, такая розовая. Посмотрим, есть вот между ними разница или нет. Ну, посмотрим агушу. Начнем с агуши. Вода для детей из артезианской скважины. Так, скважина находится в городе Зеленограде, имеет свой номер. Вот если видно, видно, да? Зеленоград. Так, берем чистый стаканчик и наливаем где-то, ну, с ноготок воды чуть больше, чтобы поверхность была закрыта вот по такой вот уровень. Так, все, чтобы не разлить. О, заливаю прям под горлышко, аж водичка выплескивается. Молодцы какие. Так, ну, наверное, хватит. Вот налил в чистый стаканчик. Это закрутим. Так, включили. Так. Вот, включили и опускаем. Смотрим. 135-136 единиц. Сейчас поближе поднесу. 139 даже. 139. То есть вот. Даже вот немножко растет. Ну, где-то около 140. 130, 140 где-то в среднем. Так, это у нас агуша. 140 ppm. Все, стаканчик в сторону. Сейчас померим следующий.
Так, следующая у нас вода Baby Premium. Детская вода. Так, город Калуга. Город Калуга. Вот видно, наверное, видно. Так, посмотрим, что у нас разливает в городе Калуге. Новый стаканчик. Хлопнула герметично, значит, молодцы. Еще немножечко. Ну, хватит, хватит, хватит. Закрываем. Включаем. Сейчас батареечки уже пора менять. Включили, опускаем. Так, 128, 128, 129, 130, ну где-то 130 единиц, 31, вот видно, да? Это вода Baby из Калуги. Все, эту отставляем, электроды продуваем. И сейчас протру тряпочкой, чтобы не смешивать результат. Так, следующий у нас фрутоняня. Маленькая баночка, бутылочка. Так, вода детская. Так, мелковато, сейчас поближе. Вода детская. Разливают ее. Так, разливают ее в Липецке. Там мелко так все написано. Из Липецка водичка. Вот и няня. Посмотрим, что нам из Липецка привозят. Тоже щелкает. Так, чистый стаканчик. Налили. Включаем. Опускаем. Так. 212 единиц. Так. 216. Сейчас поближе поднесу. Ну вот. Из Липецка такая водичка идет. Чуть-чуть побольше там частиц посторонних, чем предыдущих вариантов. Так, все понятно. Последняя вода, здоровое бутылище Фрутоняня. Производство тоже Липецк. Тоже с Липецка. Ну, наверное, на одном заводе разливают. Сейчас посмотрим. Так, чистый стаканчик возьмем. Поставим. Откроем. Тоже он пыхает, как газировка. Нальем. Так, и сейчас померим, сколько. Ну вот я уже вижу, что то же самое все. То есть 228, 230. Вот так вот. Ну, для сравнения, обычная кипяченая водичка. Сейчас померим. Прокипятили. Налили в графин. Во. 384 единички. Ну, то есть, в принципе, пить можно. До 500 еще далеко. Ну, на этом, в принципе, все. В следующий раз попробую померить питьевую воду, скажем так, для
общих нужд, неанасирную, как детская.